Песня, которую мы всей семьей очень любим, посвящена Юрию Гагарину. Юрия Висбора звали также Юрий. И эта песня с течением лет, она немножко и о нем самом, как бы, потому что он в нашей жизни тоже был из космоса откуда-то. Необыкновенный человек. Какая-то звезда полетела на нашу планету, к нам и улетела опять. В кабинете Гагарина тихо, тихо-тихо часы не идут. Где-то вспыхнул тот пламенный вихрь и закрыл голубую звезду. Только тихо пройдут экскурсанты, только звякнет за шторы луна. И висит невесомым десантом неоконченная тишина. И висит невесомым десантом неоконченная тишина. Но Гагарин покоя не ведал, жил он в грохоте мощных ракет. И победы, и горькие беды он встречал за штурвалом в руке. И всех тех, кто порвал с тишиною, кто по звездной дороге пошел, он их вел за своею кормою, хоть и маленький, но ледокол. Он их вел за своею кормою, хоть и маленький, но ледокол. Я над краем стола склоняюсь, словно в пропасть куда-то гляжу. Удивляюсь я и улыбаюсь, и нахлынувших слез не стыжусь. Со стены молча смотрят портреты, лунный глобус застыл на столе, и соборы стоят, как ракеты, на старинной смоленской земле. И соборы стоят, как ракеты, на старинной смоленской земле. Снова тянет сырыми лугами, звездный город стихает во сне. Понимаете, Юрий Гагарин, как не сладко стоять в тишине, потому что грохочут рассветы, просыпаются в гимнах поля. Впрочем, вам ли рассказывать это человеку с планеты Земля? Впрочем, вам ли рассказывать это человеку с планеты Земля? В кабинете Гагарина тихо, тихо-тихо часы не идут. Жильцовский поэт Алексей Кондратьев, он был инвалид, они ровесники, и он написал такие стихи. Для межпланетного контакта необходимо много такта, когда Земля накопит такт, тогда получится контакт. Григорий Гладков.